Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Сегодня я вам хочу рассказать о звуковом оповещении 100% заряда аккумулятора iPhone. Premium beat. Или же это может быть не 100%, сколько вам нужно там, у каждого свои требования, спорить не буду. В общем, есть такое-то приложение, оно называется Battery, я оставлю ссылочку в описании. Оно активно, классно работает. Вот, что нам здесь показывает? Нам здесь изначально показывает, какой у вас уровень заряда. Под пункт нам показывает то, что на какую проценте мы хотим оставить звуковое оповещение. Дальше выбираем музыку здесь из всех предложенных. Я выбрал самую противную. Почему противную? Чтобы быстренько отключить телефон от зарядки. Ну, а здесь я уровень звука поставил, чтобы было понятно. А здесь другие настройки, которые вам понадобятся. Смотрите под себя, выставляйте, что вам тут нравится, не нравится. Это уже не имеет значения. Суть того, что я хочу показать, как это работает. Вот сейчас 28%. Я поставил на 29% и нажмем на старт. Нажали на старт, выйдем на просто обычный экран. Полазим с вами где-либо. И будем обсуждать звуковой сигнал. Я вам гарантирую, что я блокировал телефон и как бы оставил его на зарядку. Ну, посмотрим, как оно сработает, когда мы будем с вами, допустим, лазить, общаться. То есть каждый кто-то на зарядке сидит, там читает книги, возможно, или где-то залипает в интернете. Но в данном случае я просто с вами поработаю, вот полажу где-то, по каким-то данным посмотрю погоду. Вот, и чтобы вы понимали, это не будильник. То есть если мне не верите, можете сами проэкспериментировать, и как бы будете убеждены, что это действительно работает. Вот я пытался найти, конечно... Вот, видите? Поступает уведомление, очень противное. Я вам скажу, оно довольно-таки громкое. Его нужно здесь отключать. И все, оно классно работает, стабильно. Это действительно то приложение, от которого я в восторге. Оно именно меня удовлетворяет, потому что никакое другое я не нашел. Я нашел только то приложение, которое там переключает просто там в энергосберегающий режим или еще что-то. Есть там платные еще какие-то, но я не скачивал. Нашел это, Battery Alarm, очень классное. Мне понравилось. Если вам зайдет, как бы, я буду только рад. Как бы из вас уже кто-то просил, чтобы я записал это только с виджетами. Ну, быстрые команды я не нашел, пытался найти, еще не нашел. Может, найду и запишу еще, как это можно сделать с виджетами. А пока есть только приложение, заходите в App Store, оно там есть. Ссылка будет в описании. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!